Башкортостан был, есть и всегда будет опорным регионом Российской Федерации. Башкортостан был, есть и будет опорным регионом поддержки нашего президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому, безусловно, мы все решения, все наши действия направлены на то, чтобы обеспечить реализацию решений президента. И, конечно, мы нашего президента поддерживаем. Ситуация непростая, потому что вот если говорить лично, я здесь лично могу сказать, у меня личное твердое убеждение, что когда твоя страна воюет, нельзя ей бить спину. Ни при каких обстоятельствах, что бы происходило, что бы ни происходило. Вот, поэтому еще раз повторяю, что тысячи наших парней находятся сейчас на передовой, 2500 находятся на боевом сплаживании, которые собираются. Все они готовы защищать страну, все они готовы защищать нашего президента. Вот. Что касается нашей республики, все у нас нормально, мы спокойно живем, работаем. У нас ряд мероприятий очень важных проходит. Сегодня у нас День молодежи. Но все наши мысли, конечно, сегодня в такое непростое время мы должны быть рядом с президентом. И его просто поддержать. Любые решения президента будут республикой выполняться безукоризненно, точно и жестко.